То, что заложено было еще при Ленине, это рвется сейчас. Вот так с кровью, с мясом. Страшно рвется. Но что ты сделаешь? Если бы государь-император удержал Россию в 1917 году, он же по православию удерживающий был. Вот что удерживал от падения в полный разгул. Да, вот, удерживал от прихода сатаны. И вот так вот было бы все по-другому, совершенно. Но мы бы тут не сидели и не разговаривали с вами. Сидели бы какие-то другие люди, и, возможно, не здесь. Вообще все было бы по-другому. Но так получилось. Вот так получилось. Вот мы живем в ситуации, когда бес силен, черт бродит везде, у каждого свобода. Кто удерживающий, сложно сказать. И есть ли удерживающий вообще, или вместо удерживающего просто человек, играющий роль удерживающего. Мы не знаем это. Все. В 2016 году известному писателю, журналисту и публицисту Олесю Бузине могло исполниться 47 лет. Могло, если бы в 2015-м подло, со спины, трусливо спрятав лица за масками, убийцы не остановили его земной путь. Прошло немало времени с момента этой жуткой трагедии. Проходит время и с тех пор, как, выражаясь одним из новоявленных смысловых клише, «страна изменилась». Кстати говоря, это один из самых честных и реальных стереотипов, которые в огромном количестве ввинчиваются людям в головы на протяжении последних 2 лет с помощью ковровых бомбардировок оголтелой пропаганды. Россия готовится до великой войны с Украиной. Действительно, изменилось очень многое. Другой вопрос – в какую сторону? Куда движется наше общество, погруженное в жесточайший кризис? Ясно, как белый день, что матрица оценки событий и осмысления перспектив нашего общества окончательно расслоилась. Взгляд на мир через призму противостояния – западная, восточная цивилизация. Десятилетия деградирующей системы образования делают свое черное дело. Мозг обывателя изо всех сил стараются превратить в потребительский поролон с крайне низким коэффициентом критического мышления. 21 век продемонстрировал окончательный перевес СМИ и медиа как оружие массового поражения интеллекта, душ и сердец человеческих. Стравливаются между собой идеологемы, история, религии и в конечном счете целые народы, причем насмерть, на поражение. Автомат Калашникова стал просто детской игрушкой по сравнению с телевизором. «Вначале было слово», — гласит евангельская мудрость. «В конце будет пуля», — показывает практика манипуляций со словом в наши дни. Можно сколь угодно рассуждать о ценностях европейских, американских, славянских, хоть марсианских, о стремлении народов ко всеобщей справедливости, равенству, ко всеобщему счастью и благоденствию, но по факту мы живем в стране, в которой за мысли, за убеждения убивают, книги сжигают, а за выражение взглядов сажают в тюрьмы или устраивают публичную травлю. Мастерство разглядывания сучков в чужих глазах, не замечая бревен в своих собственных, достигло апогея. Конфликт совсем другой. Когда конфликт олигархических групп, когда народ удалось завести с помощью телевизора, с помощью пропаганды, отвлечь от самого важного, отвлечь от тех, кто стоит за кулисами. Все. И уничтожить как раз то хорошее, что было в Советском Союзе. Обратите внимание, что у нас нет ни одной левой партии в Украине. Объяснили, что это плохо. Плохо, когда бесплатное детское питание, плохо, когда бесплатное образование, плохо, когда пенсию люди получают, плохо, когда квартиры дают. Вот это все плохо. А хорошо это, когда мы идем и убиваем друг друга. Это идейно. Видите, идейность зашкаливает. Я с этим не согласен. Вот. Я думаю, что конфликт именно в этом. Это очень буржуазный конфликт в своей сути.
Когда в 2000 году был убит Георгий Гангадзе, был поднят огромный шум, а президент Украины из-за этого едва не лишился своего поста. И надо сказать, это был справедливый шум, потому что нельзя убивать человека лишь за то, что он излагает свои мысли. Когда исламские фундаменталисты приговорили к смертной казни британского писателя Салмана Ружди за его книгу «Сатанинские стихи», мир завопил о недопустимости погружения в Средневековье в наше время. Хотя, надо признать, он действительно оскорбил чувства мусульман. Но ведь гуманизм говорит о том, что и за такое не убивают. Когда в редакции парижского карикатурного издания расстреляли сотрудников, лидеры стран и даже украинский президент вышли на улицу с известными плакатами и слоганом «Убивать нельзя». Стоит ли говорить, какая огромная медиакомпания мирового масштаба сопровождала все эти случаи? Когда в Украине, объявившей себя сердцем, совестью и защитницей Европы, убивают известного писателя, зловещая тишина. Европа и США едва слышно, практически шепотом выразили легкую озабоченность. Ну и призвали, разумеется, к честному расследованию. Украинские СМИ равнодушно цитировали сухие официальные заявления, невзирая на то, что убили как минимум их коллегу. Также едва проблеяли известные правозащитники непогрешимого Запада. Мол, но-но, пригрозили пальчиком. Так поступать нехорошо. И все. Что называется, проехали тему. Тут уж трудно поспорить. Страна действительно изменилась. Я думаю, что и предполагаю, что нашему обществу еще предстоит в полной мере ощутить ту утрату, которую мы понесли. Утрату в информационном пространстве, утрату в мыслительном пространстве, утрату в историческом пространстве, в осознании, где мы сейчас находимся, в какую яму мы попали. Потому что Олесь импульсивно, но высказывал очень здравые мысли и предостерегал, собственно говоря. Вы знаете, раньше мысли пророков как раз в этом и заключались, чтобы предостеречь, ребята, будет большая беда. Для этого нужно мужество, потому что люди ослеплены ненавистью, ослеплены злобой, ослеплены пролитой кровью. Уход Олеси это очень большая потеря и для страны, и для, особенно для тех сил в стране, которые всегда призывали к миру, к разуму, к взаимопониманию. Потому что последние 2-3 года, к сожалению, у нас в стране превалируют жрецы ненависти, которые проповедуют окончательное решение вопроса, там, восточного, западного и так далее, причем с обоих линий фронта. Людей, которые призывают услышать другое мнение, людей, которые призывают примириться, их очень мало в интеллектуальной среде. В целом, если брать народ, то они составляют большинство. Но если брать среду журналистов, общественных деятелей, активистов, политиков, их мало. Они составляют явное меньшинство, а тон создают те люди, которые выступают за войну до победного конца, там, за то, чтобы давить, сжечь, убивать, за другие убеждения, за разные отношения к Майдану или еще к каким-то вещам. Был человеком, который противостоял этому, пытался изменить ситуацию, изменить, пытался словом. Мы все потеряли близкого по взглядам нам человека, и это пространство людей, которые, для которых важно сохранить
связи культурные, исторические, духовные, в конце концов, между Украиной и Россией сильно скукоживается и, я не знаю, сосредотачивается скорее как бы уже в ну, таком православном, что ли, сугубо узком кругу интеллектуалов. Так что ясно, что это колоссальная потеря. Учитывая то, что он был человеком чрезвычайно талантливым, он мог выразить вот это свое как бы, мировоззрение, свое отношение к этой теме лучше, чем кто-либо другой. В конце концов, он был, как мне кажется, вполне профессиональным как историк и писал об этих вещах. Поэтому, конечно, это колоссально. Это пока неосознанная, даже в полной мере потеря. Слава Украине! Героям слава! Олесь, за что его, в общем-то, убили? Только за то, что он являл самую разумную альтернативу в украинском и в российском обществе. Он говорил, утверждал, писал, в своих выступлениях настаивал на том, что Украину можно любить, не ненавидя Россию. И наоборот, не противоставляя друг другу и эти две страны, и эти два государства, и, что самое важное, людей, живущих на территории этих стран. Этим он и был неудобен. Я 8 месяцев сижу в тюрьме. Один из признаков того, что общество скатывается к тоталитаризму, это борьба с инакомыслием. Борьба в прямом смысле слова, на физическом уровне. Для понятия демократия-плюрализм – это один из основных постулатов. А для диктатуры свободно мыслящий человек – враг. Сегодня Украину захлестнуло бойкое развлечение под названием «декоммунизация». СМИ пестрят радостью разрушения памятников и переименований городов и в упор не замечают, что в скором времени мнение, отличное от линии правящей верхушки, придется тайком издавать в каких-нибудь электронных самиздатах, а доносы на соседей уже давно стали обыденной практикой. Вооруженные отряды не пойми кого смело приезжают, куда вздумается, даже к власть имущим, чтоб патриотично размять кулаки, а милиция, или, пардон, полиция, смиренно наблюдает в сторонке, чем на этот раз закончится представление. И самое главное, все это происходит под одобрительные аплодисменты экзальтированной публики, с утра до вечера пичкающей себя телевизором и Фейсбуком, а затем отравляющей окружающую среду зловонными выделениями ненависти и гнева. Недавно я шел по одной из киевских улиц. Недалеко от моего дома находится в прошлом довольно известное предприятие, даже научный центр, конструкторский центр и так далее. Когда-то он процветал, сейчас прозябают. Но, тем не менее, человек 340 сотрудников оттуда выходили. И я, оказавшись среди них, слушал, о чем они говорят. Говорили о убийствах, которые за последнее время произошли в стране. И разговор шел таким образом. Один из собеседников или несколько говорили о том, что вот этого жалко, этого жалко. А вот этого не жалко. А кого-то говорит, а этого я сам бы убил. Говорили это абсолютно простые граждане Украины, по виду рабочие, мастера, вот такой вот. И с моей точки зрения, вот одно из изменений, которые произошли в обществе с момента убийства Олеся Бузины, это резкое понижение цены человеческой жизни. В гражданской войне никогда не бывает победителей. Я гражданин Украины, и я не могу, я повторюсь, я не могу смотреть ни Олимпиаду, ни новости. Я практически не могу есть, вот, находясь в Москве. Мне не хочется есть, если честно, потому что я все это переживаю с большой болью. Мне больно, что граждане моей страны, независимо от того, на чьей стороне они воюют, убивают, убивали друг друга. Я считаю, что
Когда доходит страна до такой ситуации, это означает, что политики со всех сторон, здесь нельзя делить ответственность, делать одного только козлом отпущения, совершали грубые ошибки. И ошибки совершали не только как политики, но и как люди. Я вот сейчас, вот если меня видите, слышите в Украине, поймите, что я не спал эту всю ночь, я иногда плакал просто, потому что я понимаю, что никому не удастся из этих убитых людей вернуться в жизнь. Я не хочу, чтобы повторялось все это в Украине. Если это кровавая прививка для поколения, которое не видело войны, не участвовало в афганской войне, в Великой Отечественной войне, то все равно это слишком жестокая прививка. Ну, в стране изменилось так много, что, наверное, ни одно из этих изменений не понравилось бы Олесе Бузине. Главное, стала возможность убийства людей, несогласных с нынешним государственным идеологическим мейнстримом. Это первое. Ну, а дальше там все, а дальше уже все, что называется производные. Поэтому все перечислять, загибать пальцы, говорить про сносы памятников, про издевательство над стариками 9 мая. Ну, то есть там дальше, я же говорю, ну, только расстраиваться. Бандери тричі! Слава! 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 Все происходящее последнее время в нашей стране, и, к сожалению, уже этот вирус распространяется за ее пределы, это коллективное помешательство, которое управляется, я убеждена в этом, управляется очень грамотными, очень профессиональными людьми. И это большая спецоперация, последствия которой будут еще чувствоваться очень долго. А что касается взаимоотношений между людьми и того накала ненависти в обществе, ничего в лучшую сторону не поменялось, и мы видим это все с каждым днем. Только ухудшается, эти зубы дракона, посеянные в общественном сознании, они прорастают все больше и больше. И мы видим это по убийствам, которые происходили и происходят, и по захватам православных храмов, по тому накалу ненависти, который творится и на Востоке, и на Западе. Вот. Когда захватывают храмы, изгоняют верных, когда убивают священников. Слава нации! Слава! Украина! Слава всем! Кириляку! Слава! Онуфрияку! Слава! Это все кем-то подогревается, насаждается, и люди как безумные просто принимаются друг друга убивать. Вот поэтому, если говорить о моральном состоянии общества, о нравственном, религиозном, ничего не изменилось в лучшую сторону. Я намного больше вот, верю в эволюцию, чем в революцию. Я объясню, почему. Я занимался всегда спортом, качался. И я знаю, что для того, чтобы просто накачать мышцы, вам нужно долго просто эволюционно качаться. Ничего с вами. Вы только мышцы порвете,
Если сразу схватите там тяжелую штангу, рванете, вот вы просто порвете связки. Это же революция с вами происходила. И дальше опять потихонечку от гантельки весом в 1 килограмм двигаться к большим весам. Поэтому я верю, не то что верю, я знаю, что работает эволюция. Все революционные потрясения потом все равно возвращают нацию, там, мир, землю в эволюционный путь. Помним Олеся Бузину как абсолютного противника насилия в любых проявлениях. Он не был пацифистом, поскольку был профессиональным историком, но для него были просто немыслимы силовые способы решения политических и уж тем более гуманитарных вопросов. С момента его первых публикаций за ним старательно пытались закрепить имидж Украина-ненавистника, коим на самом деле он никогда не являлся. Напротив, вопреки пропаганде, он сплошь и рядом доказывал, что страна Украина есть, и с этим нужно считаться. Я позволю себе вас процитировать. Вы говорите: «Моим идеалом является воссоздание Российской империи, а я вынужден приспосабливаться к уродливым условиям строительства независимой Украины». Нет, подождите, по поводу этой фальшивки, которая регулярно гуляет в интернете. Вот наконец-то, стоп, Сакен, наконец-то пришло время сказать по поводу этой фальшивки. Я никогда этого не говорил. Ага. Найдите, пожалуйста. Ну, в Википедии есть ссылка на это интервью. Любую запись найдите, где я это говорил. Ага, хорошо. Так, вот тут вот уже... Если бы я когда-то это говорил, по поводу меня чего только не говорят. Он любил украинский язык, который ему с детства прививали родители. Он любил этнос и культуру Украины. И ему даже в страшном сне не могло присниться, что Украина и Российская Федерация могут оказаться в такой ситуации, как сейчас. В частных беседах он допускал, что противостояние может происходить на уровне политиков, властных режимов, но никак не народа. Ведь даже по официальной статистике более половины граждан Украины прямым, родственным образом связаны с гражданами Российской Федерации. Братья, сестры, жены, тещи, сваты, кумовья и так далее и тому подобное. Связка, казалось бы, железобетонная. Но не могут же родственники друг с другом воевать в прямом смысле слова. Но даже для опытного историка Бузины было откровением, на что способны токсичные СМИ и извращение истории с вполне себе официальной господдержкой. Росія і російська нація залишилися найбільшою проблемою людства, як це було і в 20-му, і в 19-му столітті. Я десь недавно прочитав, що в Росії так прийнято, що, наприклад, коли в сім'ю приходить невістка, то з нею повинен спати і син, і батько. І оце абсолютно якесь таке відтворення генофонду всупереч елементарним засадам людського співжиття, яке творилося в Росії і твориться як в печерному віці. Задля цього і живемо. Задля цього прийшли в цей світ, аби знищити Москву. Не просто москаля на наших землях, аби знищити цю чорну діру європейської безпеки. Люди люблять силу. Ті люди, які живуть на Донбасі, люблять силу. Багато там радянських людей. Чого чекають радянські люди? Коли вони в нас визнають своїх, тоді вони побачать, що ми ведемо, можемо вести себе як Сталін. По-радянськи. А як Радянський Союз? Він залишає випалену територію, непридатну до життя. Це концтабори, репресії, арешти, сила. І от в Росії вони це бачать, і вони її за це люблять. В нас вони цього не бачать і тому не люблять. Більше блокади, більше жорсткості, більше сили, більше концтаборів. І у нас там будуть не там 15% прихильників, а 95%. Я хорошо знаю Донбасс. По крайней мере, мне так кажется, что я хорошо знаю. Я очень люблю этот регион, кстати. И
Поверьте мне, ну, искренне жаль вообще, что там гибнут люди. Гибнут люди с двух сторон. Мне жаль как простых донецких бабушек, так и украинских солдат. И хотя мне некоторые говорят, как ты можешь так, а мне жаль этих и других. Друзья погибли с двух сторон. Я не знаю, ну, на чьей стороне там вмешиваться в этот конфликт. Я поэтому предпочитаю не вмешиваться. Я его считаю противоестественным по своей сути. Потому что, ну, в Европе так не делают. Я имею в виду поведение украинской власти майданной. Оно жуткое, аморальное. Аморальное. Он не принимал войну, предположим, не принимал войну гражданскую, войну граждан Украины против граждан Украины. Замечу, что это полностью сегодня совпадает с позицией Украинской Православной Церкви, которая говорит о том, что в этой войне не может быть победителей и не может быть равнодушие по отношению к тому, погибает ли кто-либо с Запада или с Востока. Он исходил из той давности, которая была после распада Союза, что есть Украина, которая состоит из очень разных людей, очень разных частей, которые вот оказались в одном государстве. Поэтому, чтобы это государство существовало мирно, чтобы оно не распадалось, его не растягивали внешние силы, внутри должен быть консенсус по основным вопросам, которые нельзя нарушать. В основе этого консенсуса взаимоуважение прав и особенностей каждого человека, вне зависимости от того, на каком он языке говорит, в какую он церковь ходит, какие у него там исторические ориентиры, какие у него там геополитические ориентиры. Это как бы решается в рамках легальной политической борьбы на выборах. Но никто не имеет права навязывать свою веру, свою правду, свои идеалы и тем более уничтожать людей за то, что не думают как-то по-другому. Я из Киева приехал, где горячо. И я не знаю, между прочим, я вернусь живой в Киев или нет. Но я стою здесь, и я не боюсь свою позицию здесь декларировать. Жизнью ее своей подтверждать. Молодец, понимаете? Молодец. И риском смерти в том числе. И я хочу еще сказать одну вещь. Вот я здесь провел несколько дней в Москве. Я приехал всего на один день. Пришлось дольше задержаться. А мне смс-ки идут о том, что Олесь, будь осторожен. Тебя уже ждут на вокзале в городе Киеве. Отдавайте себе отчет. И жизнь моя, чтобы вы знали, подвергается смертельной опасности. И я не знаю, я буду завтра живой или не буду живой. Оставайтесь, Олесь, мы вас защитим. Нет. А теперь я хочу сказать о своей позиции. Я не останусь здесь. В Москве очень хорошо, очень уютно, очень тихо. Гоголь как говорил, я не знаю, какая у меня душа больше, хохладская или русская. Я скажу даже четче, я не знаю, какая у меня больше душа, хохладская или кацапская. Более того, я по происхождению, вот вы о своем заговорили, я на 1/32, вот этот самый москаль, а на 1/32, вот этот самый хохол. Что мне внутри делить? Есть два государства, но есть один народ. Мой друг, который уехал из Киева воевать на стороне ЛНР, погиб. А другой мой друг был в правом секторе и тоже погиб. И мне очень тяжело об этом говорить. И одного, и другого я уговаривал не брать в руки оружие. Тот, который был в правом секторе, он побывал в плену, вернулся. Я просил его, я говорил, слушай, если проблемы есть с деньгами, там, у него не было работы, кстати. Это бывший, вот когда говорят правый сектор, ведь люди, которые не видели в жизни ни одного там живого члена правого сектора, воображают этих людей с рогами, там, хвостами, копытами. Нет, очень приличные, а красивые люди. А передо мной стоит мой друг Сева, бывший советский спецназовец, бывший советский офицер, который в 47 лет стал вот, солдатом правого сектора, скажем так. И у меня никогда не было с ним плохих отношений.
Но я его просил, уговаривал, не бери в руки оружие, этот конфликт не будет решен вооруженным путем. Очень плохо, что у нас в стране все пошло вооруженным путем. Война гражданская, она вообще остывает очень долго. Ведь вроде бы официально вот первая гражданская война закончилась в 1922 году, когда там взяли Владивосток, по долинам и по взгорьям шла дивизия, как в песне. А смотрите, казаки донские в 1942 году, значительная часть из них переходит на сторону немцев и создают там целый казачий корпус. А Власовская армия, РОА, это продолжение гражданской войны. Это продолжение гражданской войны. Это те процессы, которые при Сталине загнали в подполье, они прорвались, как только ушла советская власть. И здесь у нас все то же самое. То, что заложено было еще при Ленине, это рвется сейчас. Вот так, с кровью, с мясом. Страшно рвется. Сорок-сорок пять лет назад Солженицын, как бы мы к нему ни относились, сформулировал такой вот рецепт, наверное, спасения в атеистическом государстве. Жить не по лжи. Это, возможно, был даже спасение самого государства, рецепт. Или же вот даже атеистической души в атеистическом государстве. А вот такие люди, как Олесь Бузина с его вурдалаками, с его тайными историями, с его истинными героями Малороссии, с его воскрешением Малороссии, Александр Каревин с его исследованием украинской русофобии, они, наверное, учили нас жить не во лжи. И вот, вот эта вот жизнь не во лжи, возможно, это и есть рецепт спасения, рецепт восстановления исторической памяти, которая поможет нам действительно вот сохраниться как народу и продолжить свое существование. Ну, он считал, что Украине надо гордиться. И это вообще основание для всякого развития. Гордиться прошлым, гордиться настоящим. Посмотрите, не будьте ж варварами в собственной стране, в собственном городе, а возвышайтесь над своими узколобыми, бог знает где, почерпанными принципами, а более всего над своим каким-то тотальным футбольным, я не знаю, каким хунвенбинством, когда сначала разрушают, а потом начинают думать, а зачем же они это делают. Олесь любил Украину, Киев, и любил он Москву, Питер, Россию. Он вообще много любил. И нет ничего преступного в том, что человек любит свою землю, независимо от того, как она называется и как к этому относятся соседи. Нет ничего плохого в том, что украинцы стали больше любить Украину, и россияне переживают всплеск патриотизма. Но важно помнить, что патриотизм – это явление сугубо созидательное. Не может настоящая любовь не только к родине или отечеству, а во всех ее смыслах зиждется на ненависти, желчи и лжи. Аксиоматическая банальность – добро созидает, а зло разрушает. Именно вот этот базисный фундаментальный постулат мироздания более других подвергается сейчас зубодробительным атакам со всех сторон. Людей накручивают, натравливают друг против друга, не жалея ни сил, ни средств. С ужасающей легкостью, манипулируя историей, идеологией и системой ценностей. Подробности UA and Ирина Карпа представляют. Серія перша. Ватник обращенный. Жило-було чмо. В політкоректній розшифровці чоловік морально облегчений. Звичайно, собі заурядне чмо жило, нічим особливо не цікавилось. А хіба віджати баблішка в школі на перерві у слабшого чи за дівками в туалеті попідглядати? Цікавилося чмо максимум фізкультурою і трудом. Та й то того, що трудовік не ливав тим, хто після уроків лишався. –
После Майдана Олесь не думал никуда уезжать, хотя очень многие ему советовали покинуть страну, охваченную милитаризмом и войной. Он решил остаться в Украине, поскольку считал, что нужен своему родному Киеву и всей стране в самый трудный для нее момент. И до последнего был убежден, что между Украиной и Россией должен быть мир. И потому сегодня Олесь Бузина стал символом другой Украины. Родины Николая Гоголя и Михаила Булгакова, Николая Бердяева и Александра Вертинского. Той Украины, которая не согласна с разжиганием вражды внутри и вовне. Вообще, со времен вот, Ющенко у нас какая-то замогильная такая история была, да, что у нас вот Чернобыль, да, до этого Голодомор, то есть, вот знаете, мы как бы вот с одной беды на другую, значит, переходили, да. Ну и вот с этой точки зрения, конечно, легче всего сесть и заплакать. Олесь вообще не понимал этого, он понимал, что все это признаки тотального невежества. Возвратить народ к самому себе. Вот это очень важно было для него. Возвратить к своим не мифическим каким-то замечательным победам, промышленным, военным, к личностям. Ну, вы посмотрите, там, сколько там из Полтавы дала военачальников, там, Склифосовских всех этих, там, даже Луначарский оттуда, там. То есть, потрясающая история, которая должна вдохновлять людей, а никак не приводить человека к озлоблению и к упадку. В этой стране, ну, давно известно, да, есть две, ну, такие идеологимы в головах у граждан. Одна воспитана на Западной Украине, другая на Восточной Украине. Ну, Олесь пытался найти, будучи человеком, так сказать, ну вот если в условных терминах, восточная украинская идеологима, он пытался найти некий компромисс, да, вот, чтобы не разрушило страну, значит, в конфликте двух этих идеологем, да, найти какую-то, ну, грань, по которой можно пройти. Когда в Украине начали строить общество, основанное на русофобии, на ненависти, на понимании патриотизма не как на любви к родине, а как ненависти к врагу, вот тогда Олесь стал и неудобен. Но Украина и Россия только тогда имеют смысл своего существования, только тогда они смогут примириться, и только тогда они имеют отличную совместную перспективу, если точка зрения Олеся станет доминирующей, главенствующей, если она ляжет в основу здравого смысла, который является самой надежной платформой межгосударственных отношений. Если вы меня опять-таки поставите на место каких-нибудь чиновников Российской Федерации, да, и скажете, как бы я действовал на их месте, я бы сказал, я бы немедленно отпустил Сенцов, просто немедленно отпустил. Точно так же, как я бы немедленно отпустил Савченко и снял бы все вопросы. Придумал бы что угодно. Амнистию. Личный указ президента. Личный Путин. Указ президента. Вот наш, вы знаете, вот когда говорят, что это невозможно, в юридических завалах, вот иначе так не скажешь, есть такая возможность зацепок, вытащил и отпустил. Все, и снял вопрос. Все, человек после этого свободен, чист, доволен. Отношения между Украиной и Россией смягчаются, а я за то, чтобы отношения между Россией и Украиной становились максимально мягкими, максимально добрыми. И для того, чтобы у нас, в конце концов, мы никуда не денемся друг от друга, возникли нормальные, хорошие отношения. Тогда, когда придут ответственные люди к власти, а главное, неравнодушные, а главное, хотя бы немного любящие эту землю, то тогда ситуация будет меняться. Вот. Когда это произойдет, я не знаю. Бузина – это в первую очередь жертва человека ненавистнических идей. Потому что те, безусловно, пассионарии, которые стреляли в него, они были убеждены, что они убивают зло. И убеждения эти ему привили те люди,
которые, собственно, формировали идеологию Украины на протяжении 23 лет, которые составляли и утверждали исторические пособия от дошкольных до вузовских, которые формировали сетку телевидения и радиовещания. Именно эти люди и эти идеи – это убийцы Бузины. А вот эти вот недоумки, эти молодчики из нацбатов – это всего лишь орудие преступления. Насколько Украина живет в правовом поле, можно смело судить по расследованию убийства Бузины. Если с самого начала следственные органы начали кропотливую работу, то потом, каким-то чуть ли не мистическим образом, все начало рассыпаться на глазах. Невзирая на заявления следователей и представителей власти о том, что найдены исчерпывающие доказательства вины задержанных по подозрению в убийстве парней, а они, напомним, все так или иначе связаны с ультранационалистическими отрядами или батальонами, с конца 2015 года арестованных начинают потихоньку выпускать на свободу. Со слов наших источников в силовых структурах, на следствие и суды стало оказываться полномасштабное давление. Как со стороны уличных радикалов, так и со стороны определенных политических кругов. Состав группы следователей внезапно сменился, а благодаря решениям судов все подозреваемые сейчас на свободе без каких-либо ограничений. Верховенство права, говорите? Европейская страна. Так и хочется спросить, а кто-нибудь где-нибудь в цивилизованном мире может себе представить, что с судьями при исполнении ими своих служебных обязанностей могут говорить вот так? Чуешь ты? Чуешь в окулярах мене? Чуешь ты? Поки ты моих друзей садишь, там на фронте мои друзья гинуть, понял? Дебил ты. Обидва дебил. Все паршивые судья. Луганск, Луганска, пацани в сады. Чуешь ты? Я за останні півроку, знаєш, скільки своїх друзів поховав, поки ти свої щоки від'їдав. Сучари. Та подожди, вони ще по вулицям будуть ходити. Земля крута. Чекайте, поки ми вернемося. Два роки назад там теж улипалися. Сука. Бачкам це, бачкам. Виходь, тварь, виходь сюди. Чи ти нічого не скажеш? Ти будеш сидіти там, в кращому випадку, бо тебе просто запалять, ти розумієш? Ну що є справедливість? Ти що, Бог? Ти, сука, Бог чи що? Що ти життя вирішуєш людини? Ти Бог, скажи мені, подивися в очі людям, ти хомяк. Очі людям подивись. Сука, ти ж не вийдеш звідси, тварь. Напомнить, что гражданская война в любой стране начинается тогда, когда одни граждане начинают убивать других. То, что происходит в Украине сейчас. При этом они могут называть друг друга укропами, ватниками, колорадами, бандерами. Это не имеет никакого значения. Когда брат поднимает руку на брата, это братоубийственная гражданская война граждан одной и той же страны. И Олесь, который выступал против нее, который всем своим существом, всем своим творчеством кричал, что это не наша война. Начинать ее пагубно и для всех, смертельно пагубно для всех. Поэтому его и убили. Он сакральная жертва, он символичная жертва. Он жертва, которой хотели запугать всех остальных, рисуя новую какую-то реальность на крови. Он стал жертвой зла, которое долгие годы всевалось в умы людей.
Это ему этому злу не 2 года и не 5, а гораздо больше. Вот. Это зло разделяло людей. И из-под воль, с помощью средств массовой информации, оно их развращало. И зачастую просто делало из людей не людей. Может быть, это не было сначала заметно, не было войны, но все это росло, росло как нарыв. И потом этот, значит, нарыв прорвался. И вот Олесь стал жертвой этого. Он не погиб на гражданской войне, потому что он в ней не участвовал. Его убили те люди, которые хотят, чтобы эта война продолжалась дальше, в силу там, идеологических причин, либо чтобы зарабатывать на ней дальше деньги, либо еще по каким-то поводам. Но для тех, кто хотел продолжения и хочет до сих пор продолжения войны в Украине, Олесь, безусловно, был враг. Он не столько жертва гражданской войны, он жертва вот этого вот очень большого мира, который мы называем миром зла. Миром, который, во-первых, спорить не умеет, во-вторых, ничего не знает. В-третьих, грубым насилием пытается что-то утвердить. Но насколько ты можешь это утвердить? Мир созидается на любви. Мир созидается на знании, на принятии, на согласии другого человека. Никто же не думал, что наши демократы придут к власти, и окажется, что они прежде всего любят допрашивать, а не договариваться друг с другом. Безусловно, пропагандистская истерия, иначе я назвать даже не могу, которая развязана и продолжалась в течение, там, скажем, именно 14-го особенно года, конца 13-го года, 14-го, она настолько разогрела общество, когда убийство стало одним из, как бы, продолжением политики. Олесь останется не только в памяти как нашей, как одна из жертв, безусловно, останется. Вот. Он останется как одна из невинных жертв и одна из жертв, которая сказала правду. Потому что есть жертвы шальной пули или жертвы, скажем, там, шального взрыва. Нет. Вот. В его убийстве есть логика, дьявольская логика. Олесь оставил после себя много значимых мыслей и идей, которые будут жить и обязательно возвращаться в нашу жизнь. Поскольку эти мысли и идеи, быть может, о самом важном, о чем стоит сегодня задуматься и Украине, и России, да и на всем пространстве от Карпат до Тихого океана. Даже самый маломальски здравый смысл подсказывает: новой планеты Земля, на которой Украина и Россия будут находиться далеко друг от друга, нам никто не даст. Следовательно, мы неизбежно придем к мирной жизни друг с другом. А с учетом процессов, происходящих на глобальной политической арене, скорость изменений в этом направлении становится значительно выше, чем могут себе сейчас представить многие буйные головы. Поэтому первые шаги в сторону торжества здравого смысла пора делать уже сейчас. Если, конечно, нас не устраивает перспектива быть выброшенными на помойку истории с клеймом унизительного позора. В конце концов, политики приходят и уходят, а народ остается. Украине и России не хватает здравого смысла как основы существования внутри страны и здравого смысла и любви как платформы для налаживания международных отношений. И русские, и украинцы должны понять, что если они хотят жить вместе, считаться братскими народами, считаться отличными соседями, они не должны ненавидеть друг друга. Они, может быть, сейчас сложно говорить о любви, пролилась кровь, выросли целые поколения, ненавидящие друг друга. Но возвращаться к тому, что патриотизм – это любовь, а не патриотизм – это ненависть, это самое главное. Лично я считаю, вот я говорю,
России нельзя вторгаться в Украину. Ни в коем случае. Потому что вас втянут в такое, из чего вы не выберетесь. Я тоже буду вещи называть своими именами. Можете назвать меня хоть дураком, хоть придурком, хоть как угодно. Но я говорю вот так, как есть. Потом скажете, что я был вчера прав, вот, а послезавтра оно сбылось. Когда все большее количество людей начнет понимать, что проблемы, которые испытывает страна, связаны как раз вот этим, этой обманкой, слово, что вот убежим от Москвы, будем любить и дружить с Европой, и нам станет хорошо, что это есть связь. Вот стало плохо, вот именно из-за этого. И когда люди это как бы осознают, вот тогда есть шанс, что и выбирать будут других людей, и появится другое телевидение, и будут другие лидеры и так далее. А раньше этого не будет. Я человек, который вчера говорил, я так считаю, что у нас с Россией один народ, но два разных государства. В то же время я в 91-м году голосовал за независимость Украины. Я считаю, что так проще управлять, если хотите. И вообще ответственность нужно было брать на себя. Но когда нам постоянно говорили, что во всем виноваты москвичи, я как на одну 32-ю москаль, на 31-ю 32-ю хохол сказал себе, вот эта одна моя 31-ая 32-ая должна взять ответственность. Я не хочу говорить, что виноваты москали, или виноваты евреи, или виноваты европейцы, или виноваты американцы. Я, украинец, должен нести за все ответственность. Не хватает очень простого правды. Ну, где нет правды, там нет и справедливости. То есть Олег сам работал в издании, которое было конъюнктурным, он пытался его выровнять каким-то образом. Но вы видите, как эти наши все олигархи заняли солидарную лживую позицию по любому вопросу. Так оно все и ретранслируется. Они делают картинку, они формируют. А это и поэтому он не смог в этом работать, он ушел. Он не захотел лгать, он поступил как самый нормальный журналист. Почему я принимаю участие в российских ток-шоу? Потому что это единственная для меня возможность высказать свою позицию. Я всегда высказываю позицию очень четко. Я на российских ток-шоу говорю, я сторонник единства Украины. Человек приезжает в Россию и говорит это. Когда, например, на российском ток-шоу возникла ситуация, когда один из гостей сказал, что Украины нету как государства, он сказал, что Украина... Я вынул свой украинский паспорт и сказал, смотрите, Украина есть как государство, и так думает не просто Олесь Бузина, а 40 миллионов украинских граждан. У меня 40 миллионов единомышленников. Украина как государство существует, и это нужно учитывать. Нам не хватает внутреннего чувства взаимопрощения, взаимопримирения. Очень много всего с обоих сторон плохого сделано. Ну, как бы кровь за кровь, око за око, горы трупов с одной стороны, горы трупов с другой стороны, убитые дети с одной стороны, убитые дети с другой стороны. То есть это все страшно. Реки крови пролились между людьми одной и той же страны, но с разными убеждениями, которые сейчас оружием в руках находятся друг напротив друга на линии фронта. Поэтому действительно это очень трудно найти в себе мужество переступить через эту реку и протянуть друг другу руки, понять и простить. Оглядываясь на пролитый кровью путь, который прошла Украина за последние 2 года, сегодня многие украинцы приходят в ужас. Часто они открещиваются, отрицают или скрывают свое участие в коллективном безумии, которое захлестнуло украинское общество. Люди, гневно осуждавшие избиение студентов, спустя 2 года остаются безучастны десяткам тысяч погибших и не ощущают своей вины. Это говорит о глубоком духовном кризисе. Мы обвиняем кого угодно – Россию, Запад, власть, но только не самих себя. Очень многое из того, о чем писал и говорил Олесь, сбывается сегодня с ужасающей точностью. Сама логика развивающихся событий идет в направлении, которое Олесь Бузина обозначил задолго до рокового Майдана. Несмотря на зубовный скрежет и попытки забить пропагандой грандиозный провал евроинтеграции. Thank you.
С Россией рано или поздно придется налаживать отношения. И чем ближе, неотвратимее и очевиднее эта необходимость, тем популярнее становится литературно-публицистическое наследие Олеся в украинском социуме. Я не считаю справедливой и верной точку зрения, будто Украина и украинское общество виновны в убийстве писателя. Виновны те, кто создал атмосферу, в которой убийства за гражданскую позицию стали приемлемы и одобряемы. Это в первую очередь СМИ и так называемые лидеры общественного мнения, которые разжигали и продолжают разжигать ненависть и углублять общественный раскол. Чтобы крови поменьше. Для меня. Но ведь некоторым, и даже очень многим, моя позиция не нравится. То есть почему-то у нас молодечеством и ухарством считается лишение человека жизни. В этом видят какое-то великое достижение. Ну, это обезьяна или там какой-то первобытный с палкой, с камнем уже очень хорошо делал. А при современных методах уничтожения живых существ, так и землю можно всю уничтожить, это расплюнуть. Высотами расхристанный, утешителю земли истинный, ее раны волна за волной обволакиваешь пеленой. Разрыдался Христос над страною, напояющий кровью людскою, что от века свята и чиста, визельвуловы уста. Мириады оснеженных слез нам рождественский ветер принес, бьется снег, словно голубь спасения, в омертвевшие души селений, рвется в степи, где воля и доля, где в растерзанном поле шепчет высохший ковыль неопознанного солдата, недосказанную быль. Ах, Олесик, взгляни, временами возвышается над Берковцами белой гвардии белый черток, он венчает пути всех дорог, в снежной мгле пребывает незримо, пред тобой и твоя Украина, во всю боль, за верстою верста, еще жива, еще любима, еще не снятая с креста.